Заключный матч 12-го международного турнира по мини-футболе помеж командами мытных служб Беларуси и России расставить усіх по своих местах. Нашей команде потребна только перемога. В унику нишии на первом месте застанутся россияне. Сустречу суперники почули вельми хутка и активно. У первые хвилины беларусы мели несколько добрых моментов, але пропустили курьезный гол от Павла Гончарова. Парашют со своей половой поля залетел у наши вороты. А покуль беларусы приходили у себе, россияне забили другий мяч, минус два. И наши мытники одразу рванули наперед. До перапынку отрымалось отыграть только мяч. Владимир Пушков на опошней хвилине тайма выдатно пробил у ближний в угол ворот. Зато на початку другого Алексей Наливайко докладно пробил сходу, взравнял лік. А еще через 6 хвилин Иван Шулькевич забил третий и, как оказалось, переможный гол брестской команды. Долго ждали эту победу. Два года подряд занимали второе место, а сейчас наконец-то первое, вернули нам титул на родину. Так что эмоции переполняют. Доволен, забил победный гол. Так что очень доволен. Доволен командой и нашим результатом. Была мысль первая, главное, чтобы ребята не поплыли. Вот, потому что первый гол нелепый, второй следом за ним получился такой же практически. Вот, ну, я говорю, первая мысль была, главное, чтобы не поплыли. Поэтому мы просто сказали друг другу, все, играем до конца. Ничего не случилось, впереди еще 30 минут игры было. Поэтому, ну, слава богу, отыгрались. До речи, команда белорусской мытни стала уже семиразовым чемпионом турниру, обновивший свой же рекорд. Секрет поспеху у выдатной подрихтовцы. Перед турниром мытники робили сборы, напрацовывали гульнявые сувязи. А перемога – добрый подарунок усім мытникам до профессийного святу, лишит начальник брестской мытни Александр Пихон. Все команды в этом году были настолько профессиональны, что, честно говоря, чувство гордости переполняет за то, что наш чемпионат с каждым годом становится все более интересным, все более увлекательным. Поэтому я доволен этим. По выниках турниру были уручены и персональные узнагороды лепшим гульцам кожной команды – медали и кубки. Турнир завершился хутко, команды отправились на место несения службы. Але уражение и контакты с новыми знакомыми застанутся надолго. Футбол – одная. Олег Завадский, Виктория Павлюченко, Тигран Акопян, телерадиокомпания «Брест».